Здравствуйте, с вами опять Авмастер, я Курков Алексей. Сегодня я вам расскажу, что означает частичное выравнивание стен. В данном случае строители неплохо сделали штукатурку, и поэтому погрешности маленькие, но они есть. Вот сейчас я вам на камеру покажу, что это. Практически это щели от 2 до 5 мм. Который выправляется с помощью этого инструмента шпателей. Это родина. В данном случае это 2-метровая. Сейчас вы увидите, как этим пользоваться. Вот. Посмотрите, что мы имеем на этой стене. В данном случае здесь щель около 2-3 мм. Как мы будем ее убирать? Сейчас я вам расскажу. Сначала на это место наносится разведенный гипсовый раствор. Слой немножко больше, чем эта щель. Таким образом. Дальше приставляем правильно, смотрим. Ну, здесь щели практически не осталось. Далее движением все снимаем. Следующий этап этого выравнивания после высыхания раствора — это просто вся стена полностью шпаклюется этим же раствором. Стена в данном случае, ну, в данном случае она еще не высохла, это надо делать после высыхания, но вообще это сводится просто шпаклевка. Таким вот образом получается ровная поверхность. Это и называется частичная выравнивание. Еще, как некоторые называют, базовая шпаклевка.